Локобанк предлагает не хранить деньги в матрасе, а открыть вклад и получать приличный процент. Всех приветствую, вы на канале Банковский. В нашем обзоре вклады от Локобанка, причем банк здесь на рекламной странице уже предлагает такую вот табличку удобную, где видны все возможные варианты и, соответственно, основные параметры по каждому вкладу. Самый такой доходный, скажем так, вклад, он и называется доходная стратегия, до 7% годовых, предлагается срок до 300 дней и минимальная сумма вклада 50 тысяч рублей. Пополнять его нельзя, досрочно расторгать тоже нельзя, но зато можно частично пополнять при необходимости. Давайте более подробно на него посмотрим. Вот здесь кнопка «Нажать подробнее», мы переходим на страницу вклада непосредственно. Значит, чтобы нам понять, что это за вклад, открываем условия и тарифы. И здесь уже таблица конкретно по этому вкладу. Сразу бросается в глаза что? Что минимальная неснижаемая сумма по данному вкладу, да, то есть остаток, она не может быть меньше 100 тысяч рублей. То есть получается, что 50 тысяч мы можем вложить, но неснижаемый остаток должен быть 100 тысяч для того, чтобы получать процент. Ну и максимальная сумма вклада 2 миллиона рублей. Здесь данный вклад я считаю не особенно выгодным ввиду того, что его нужно, во-первых, перекладывать постоянно, чтобы получить максимальный процент, да. А здесь получается от 1 до 100 дней всего лишь 7%. То есть, чтобы нам получить вот эти 7% годовых полных, нам необходимо более 3 раз в год переложить, то есть открыть по новой этот вклад. Соответственно, возможен ли такой вариант, вообще непонятно, потому что банк здесь не публикует информацию касательно возможности, там, сколько ограничено, это не ограничено количество открытий до этого вклада. И опять же ставка меняется, то есть пока вы открываете, переоткрываете, ставка может измениться, и соответственно новый, в очередной раз вы его уже откроете на менее выгодных условиях. Если кладете на более длительный срок, тут уже ставки, конечно же, ниже. Поэтому и еще почему он не особенно выгодный, что необходимо договор страхования заключать. Причем, ну, не всем это требуется, эти дополнительные условия, это инвестиционное страхование жизни, нужны дополнительные средства на это, поэтому, ну, думаю, что не всем он подойдет. Еще один вариант называется «Получай проценты». Здесь более скромная процентная ставка, но все равно как скромная, по современным меркам неплохо, до 5,85% годовых. Сроки более гибкие, здесь от 100, то 100, 400 и 1100 дней. Ну и 50 тысяч минимальная сумма вклада. Данный вклад можно пополнять, снимать частично нельзя и можно льготно расторгнуть. Соответственно, договор. Опять же, открываем тарифы и смотрим. Самый такой выгодный вариант, да, это вот ставка 5,65 при условии, что вы открываете через интернет-банк или мобильное приложение на срок 1100 дней, да, и, соответственно, сумма должна быть от 800 тысяч рублей. То есть с небольшими суммами сделать нечего здесь. То есть банк не предложит такую ставку, да. И еще момент какой. С 731 дня до окончания срока вклада. То есть понимаете, да, всего 1100 дней, а с 731 дня будет начисляться вот такая ставка максимальная. А с первого дня 5,25. То есть, на мой взгляд, здесь какое-то лукавство со стороны банка, да, наблюдается. Хотя вроде разница небольшая. Но почему вот на весь срок с первого дня не сделать 5,65? То есть, получается, эффективная ставка, как банк здесь уже рассчитал, средняя, будет 5,4, а не 5,65. То есть, для привлечения клиента явно, да, для рекламных целей банк такую вот уловку предлагает нам.
Не знаю, меня вот это уже отталкивает, когда банки вот такое себе позволяют. Именно такого рода уловки. Следующее простое управление. До 3,8, 370 дней, минимальная сумма 10 тысяч рублей. Возможно пополнение, частичное снятие, но невозможно льготное расторжение. Давайте опять же подробности посмотрим по данному вкладу. Достаточно он простой такой вот. Фиксированный неснижаемый остаток, да, берем мы, максимальная сумма 5 миллионов рублей, 3,60 мы получаем. Срок вклада 370 дней. Максимальная сумма равна 10-кратному первоначальному взносу. Тоже здесь все расписано, да, и, соответственно, 3,85 максимальная ставка в рублях. Ну и здесь полностью все описано, то есть максимум, что можно получить по данному продукту, это 4,05. То есть при условии, что вклад будет сделан на срок 370 дней. И последние добрые проценты, до 6% вклад. Частичное снятие невозможно, досрочное расторжение невозможно, пополнение возможно. 400 дней срок и минимальная сумма 50 тысяч. Давайте посмотрим тарифы по данному вкладу. Ну и здесь опять же бросается в глаза, что только с 301 по 400 день мы получаем максимальный процент. А до этого у нас 4,8. То есть эффективная ставка, она, как это принято говорить, она уже будет 5 с чем-то. То есть она не будет 6%. Тоже, говорю, рекламный ход со стороны банка. Вот эта вот табличка, да, красивая. Выглядит красиво, но по факту, конечно, лучше бы банк опубликовал все-таки правду. Потому что, ну, человек же смотрит. Никто же не будет открывать вклад просто вот наобум. Да, вот отдам деньги. Он же посчитает, посмотрит, изучит информацию. Спонтанно сейчас такие решения мало кто принимает. Поэтому не знаю, это со стороны банка, конечно, нерационально. Это многих клиентов будет отталкивать, когда он видит сразу с первых шагов обман при изучении информации. Ну, может быть, не обман, недоговоренность, лукавство какое-то, да. Поэтому, наверное, стоит все-таки банку свой подход к взаимодействию с клиентами пересмотреть. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи вам!